Так, доброго времени суток, дорогие друзья. Немножко мотивирующее видео получится. В общем, всем нам говорят, да, что там те вещи, которые ты не носишь, там год, например, там еще что-то, да, разобрать. Вот, у меня получилась немножко с другой стороны ситуация. Я последние, наверное, лет 10 в одном и том же весе всегда была, да и, собственно говоря, я, наверное, еще со времен школы, вот как сформировалась и выросла до своего роста, я практически те же самые вещи и ношу. У меня действительно что-то еще там, чуть ли не 2000 года какие-то джинсы остались. Вот, я не менялась в своем размере, вот, но произошло такое очень приятное и неприятное событие. В общем, я неожиданно поправилась, неожиданно сама для себя, практически на 10 килограмм. По мне этого практически не видно, но, может быть, камера как-то передает там какие-то моменты, я ловлю себя на том, что в камере это видно. Вот. И получается, что вроде бы как я вот попадаю в размер, да, но не попадаю. Вот эта вот куртка, слушайте, ей лет, ну, 17, наверное, точно. Да, она фактически новая, но по какой-то странной причине у нее укоротились рукава, да, видно? Вот, и как бы вот я сама для себя поняла, что мне вещи, которые вот выше косточки, они некомфортны. То есть если я потянусь, то у меня, видите, вот тут вот бедро, и у меня половина спины будет открыта. То есть ветровка, которая защищает от ветра, да, если ты одел даже нормальные джинсы, тебе будет поддувать. Хотя она вроде бы так вот плотно резинкой ложится. Вот, в общем, я не знаю, надо, видимо, быстро такие решения принимать. В общем, или ты руки отморозишь, или поясницу, или что-то такое. Хотя вроде бы вот чисто внешне, казалось бы, адекватная совершенно вещь. Тут и кармашков много, и там внутри еще карман. Но еще вот, вроде бы я, ну, как бы не 10 номер, да, а вот, но даже вот как-то выпрямиться, я чувствую, натягивается вот эта вот часть. Вот, так что я с ней совершенно спокойно расстаюсь, она мне послужила добрую верную службу. Спасибо ей огромное. Вот, я тут уже успела, сейчас на всякий случай, да, перед тем, как выкидывать, надо проверить все карманы, что мало ли, вдруг что-то в ней хранилось. Она чистая, ее успела постирать, но я понимаю, что как бы надо реально смотреть на вещи. У меня получилось с декабря месяца, после того, как я вот увидела вот этот вот разлет, такой вот резкий, вот, у меня получилось скинуть несколько килограмм. То есть я никогда своим весом не заморачивалась, но я объективно понимаю, что я предполагаю, а если моя форма останется такой, какой она есть, то значит эта вещь совершенно лишняя. Вот. И у меня тут уже начал формироваться небольшой пакетик. Половина его уже есть. Вот. Там те вещи, которые я тоже носить не буду. Я продолжу дальше. У меня тут развал в начале ночи. Хочется как-то и раньше все-таки лечь спать. И не растягивать все это надолго, но вот то, что я себе запланировала, быстренько сделать. Вот, так что я с вами, мои хорошие, прощаюсь, всех обнимаю, всем хорошего вечера и продуктивной недели. А вот, а мы с вами увидимся в следующих видео. Посмотрите, может быть, действительно найдутся такие вещи, которые вам не алё, а кому-то они подойдут. Вот завтра утром по дороге пойду к себе на склад, ну и заодно где-нибудь там оставлю в районе мусорок обычно там такие, как это, такие контейнеры для песка, и вот сверху на нем как раз на поверхность можно положить прям в пакете, нуждающиеся всегда есть и найдут вещи хорошие, поэтому почему бы нет помочь другим людям. Вот, спасибо вам за просмотр, до новых встреч.